нас это очередное письмо. У меня столько писем. Я недавно залез в архив. Я сейчас могу сходу, учитывая, что письма, если немножко добавить фотографии, комментарии, у меня могу сейчас сделать еще от 500 до 1000 фильмов. Вот. Но меня смущает то, что просмотров мало, значит, получается, а вы уже, которые будете смотреть, вы уже так все знаете. Прироста нет. Свежих этих нет. Свежих этих. Если взять последних 20-30 человек, которые к нам присоединились, немного. Последний, допустим, в этом году, может быть, 100 человек. Как сговорились? Каждый написал совесть. Валерий Константинович, я в шоке. И но. Дальше расшифровка. Я случайно. Слово случайно во всех случаях. Я случайно, я случайно, я случайно. А если бы он случайно лазит по интернету, если бы он случайно не наткнулся, ну наткнулся-то один из тысячи. Если набрать обрезка дерева, и человек увидит подряд, чтобы найти мою, если подряд, смотреть, а что там написано, то есть по смыслу, то ему нужно 1000 чужих посмотреть. За это время он убедится, что у нас деревья неправильно, их надо чуть не сказал, не сорвать, их надо резать и резать. Так, как Тимирязевка призывает. Так, значит, и только случайно кто-то наткнулся, говорит, слава тебе, Господи, резать-то не надо. Ну как надо, чтобы вся страна узнала, что не надо перекапывать, не надо воду лить зазря, не надо резать. Ну как? Следующее письмо. У нас саженцы, сливы и вишни, полученные из питомника, выпрямляют. Вот заметьте, ну как похоже от того, что мы выше читали, да? Как, вот поверьте, ничего не выдумываю. Питомника выпрямляют. Но сливы и вишни, им выпрямить-то, это же почти невозможно. Это так надо постараться, что, возможно, они не выпрямляют, но попутно их садят без обрезки, значит, они начинают портиться сразу. Не хватает, просто не хватает влаги. Задыхаются от этого. Вот. А выпрямляют это как бы общее слово. Или, то есть, без обрезки, или, допустим, просто с юга. Конечно, она будет гнилая. Но порость вишни, купленная на базаре у бабушки, которую называют плобей, а Владимирка от выпрямления не страдает. Нашла описание прививки абрикосов в Сумской области Украины, на вишню хочу попробовать. Ну, абрикос на вишню, ну пусть пробует, но шансов у него мало. Но меня удивило, что два письма от разных людей, и как будто специально я готовлю эту тему. Вы посмотрите, как они похожи, а я ни при чем. Поросли вишни нет. Вот возьмите то письмо, это потом отдельно. Всегда есть такое понятие теория вероятности. Невозможно это самое схалтурить. Вот. Ну а прививка абрикоса на вишню, ну, прививайте, сказать не надо. Я не могу.